Друзья, всем привет! С вами я, Владимир Белов. Сегодня у нас замечательная погода стоит. 24 июня. В этом видео, сразу после моей заставки, моего вступления, будет два небольших видео, два дня. Первый день и второй день — праздники солнцестояния. Для тех, кто занимается видеосъемкой, так сказать, блогерством, я так могу подозревать, это такое непаханное поле — делать такие обзоры, что столько дней происходит этот праздник солнцестояния, брать интервью у каких-то там гостей солнцестояния, людей, побывать там на мастер-классах. Ну, я, как говорится, местный житель, мне это уже, как, может быть, таким словом я скажу, приелось. Так что я просто снял там небольшие зарисовочки, посмотрел. 21 числа это будет там посещение. Вечером мы ходили, там были кое-какие хороводы, потом был такой ритуал с костром, небольшой там эпизод, и некоторые я вставлю. Было очень, правда, темно. У меня на видеокамере нет такого фонаря, который приобретается отдельно. И там я просто видео немножко осветлил, а то было очень темновато. Ну а второй день, 22 июня, был дождливый день после обеда. До обеда там была хорошая погода, после обеда там очень дождливая. И мы там снял небольшой отрезочек там, небольшой лекции по свадебному обряду. Рязанской области, девушки приехали с Рязанской области, рассказывали про свадебный обряд. Вот, само действие происходило, самое мистерия, 23 июня, но это будет следующее видео, тема отдельного видео. Так что вот так вот, смотрите, кому понравилось, ставьте пальцы вверх. Что-то было очень много, да. Хочется такую ремарку ставить к этому выступлению. Было очень много знакомых людей. Встретил там своего подписчика, пожилого человека. С ним поговорили, пообщались. Так, ну вот. Машина ездит. Ладно, смотрите, голосуйте, подписывайтесь, кому это интересно. Кто-то скажет там, плохо снято, там это не так было, это так, или почему так мало, почему коротко. Ребята, приезжайте, смотрите, для того, чтобы полностью быть в центре всего этого внимания, что происходит у нас. Ладно? Итак, поехали. Да, хотел еще добавить, сначала будет звучать песня, которая мне очень понравилась. И я хочу проявить такое уважение, полностью ее выложу в этот ролик. Песня была под гитару, очень хороший исполнитель, так что... Вон, да. Смотри, там бесплатно стоят. Да. А это что, ОМОН стоит? Машина. Да. Даже ОМОН. Машина полиции. Можно? ОМОН. Да. Так, вечер. Сколько времени? Время? 10. Не 10, 10. Ну да, 10. Камера бы так не снимала. Вот сегодня 21 число. Вот здесь слышно, музыка играет. Под гитару. Казаки в папахах. Пойдем сейчас, подойдем туда. Да. Снимай. Снимай. Охотнички, охотнички. Путали, распутывали след. Привязали приманку на обед. Коровью душу. По нашу душу я лизнул свою волчицу,
взгляд поплыл слезой. Что ж, молодняк, удачно скрыться, и не вздумайте за мной. Слышу, залаяли родственнички близкие. Вот и настал, волки, момент истины. Где ж ты, солнце мое волчье, дотянуть бы до ночи, повыл бы вдоволь тебе, застыл бы гордо в тебе. И вот они заряжены, грамотно посажены, ждут-ждут номера. Собаки-загонщики, снаряда-подносчики, пруд-пруд егеря. Постарались окладчики, далеко не мальчики. Вот и загон, гон. Ну что ж, берегись, да не торопись, и не отказывай ни в чем. Но красные флаги нельзя без браги, как пропасть, как страшный обрыв. Запретные фланги, как длинные лаги, но я готов на прорыв. Но картечь согласована, мелко фасована. Бьют, бьют, а не емется. Вот и все волки, к чему кривотолк. И пошел на волчье солнце. Взгляд обуял, но нам одно. До победы или смерти. Многих уж нет, да и мне мало что светит. Мы словно уши между вил бьемся в окладе. Но я успел вырвать брюхо, суки, чтоб не в накладе. Но бьют мне смертельные места под лопатку у локотка. В ухо мне, да по спине. Что ж ты творишь, человек? Грязь, кровь, снег. Все менено, разменено. Остаться мерой за меру, и зайдешься весь. Попомнишь меня серого, еще вспомнишь тот лес. Твои же обложат тебя в ласканье данью, и пойдешь на стрелка, вот те страсти, и до свидания. Где ж ты, солнце мое волчье, дотянуть бы до ночи, повыл бы вдоволь тебе, застыл бы гордо в тебе. И вот они заряжены, грамотно посажены, ждут-ждут номера. Собаки-загонщики, снаряда-подносчики, пруд-пруд егеря. Постарались окладчики, далеко не мальчики. И вот и загон, гон. Ну что ж, берегись, да не торопись, и не отказывай ни в чем. Но красные флаги нельзя без браги, как пропасть, как страшный обрыв. Запретные фланги, как долгие лаги, но я готов на прорыв. Но картечь согласована, мелко фасована. Бьют, бьют, не емется. Вот и все волки, к чему кривотолк. И пошел на волчье солнце. Благодарю. Надо было частушки выучить. Частушки выучить? Я только матершинные. Матершинные, да? Так. Так. Там играют под гитару. По нами. Да. А здесь играют под гармонь. Гармошками. Сцены как таковой в этом сезоне нету. Люди развлекают сами себя. Так. И остановимся в ручеёк. Такой вот маленькая. Дайте мужика нормального зовут. Где в ручейка? Нету нормального. Иди, девочки, давайте остановитесь. На ручеёк! Люди какие-то неактивные. Не хотят в ручеёк. Хотели поучаствовать. Мы для кого праздник делаем? Айда сюда все. Все на ручеёк. Все на ручеёк. Thank you.
Знакомые лица. Привет, Илья. Привет, привет. Как отдыхается? Отлично. Вообще отлично. Здравствуйте! Я вас смотрю, ДТ-50, МТЗ-50, то есть я вообще это самое, как, ну, поклонник всей старины русской, ну, правда, Володь. Ну, приседай, вставай. Теперь ты как коснулась, и все дальше. Нормально. Давай, давай, разгоняемся. Пошли вместе, потихонечку так боком, пошли. По часовой, да. Сейчас вместо 10 минут. Потихонечку начинаем ускоряться. Пошли, сделай. Давай, Вачури, не рвите труп.
Аккуратнее, не падай. Теперь взяли за руки. Давай разденем. За руки? За руки взялись. Все смотрите, руки поднимаем вверх, говорим ур! 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 Шаг вперед! Ура! 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 Да не вот так стоял. Ну, а я отсюда знаю, что не стал. Там нравится. Гол Ярила! Гол! Гол Ярила! Гол Ярила! Гол Ярила! Гол Ярила! Ну что, сегодня, к сожалению, нам погода маленько не дала, все замочило. Добывать огонь трением, но думаю, что в субботу мы все это дело исправим, когда купались, будем делать. Поэтому сегодня просто мы так, кристаллом зажжем. Потом пойдем все туда наверх, в камни. Там на камне, ну мы там скажем еще раз, что там будет. Так что два горят, два рядом идут просто, чтобы это самое вдруг Илюха, это горят. Да, все понятно. От живого огня живому огню. От живого огня к живому огню. От живого огня живому огню. От живого огня к живому огню. От живого огня к живому огню. А что они не горят? Гори-гори-ев! Дай какой-нибудь, может, помокрее факел есть. От живого огня к живому огню. 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 Кто несет? Давай. Что, Слава? Давай. Давай с ведром так и пойдем. Да. Лучше с ведром, конечно. Да. Ну все, давай. Да. Пошли. Все, пойдем. Все в колонну за нами там выстраивайтесь, за попилами. Давай колонну. Они там. Это пчелопродукция, это моя сестра, профи, поэтому вопрос подойдите минут через. А что они туда добавляют? Масло, сливки. Моя сестра пойдет? Вот, давай. Зачем ты? Давай, алкашки, только майские все, да? Свежий, да.
Да, ну, поднимите руки, хороводники пришли, хотя бы 4 человека есть. Да, да, да. Товарищи хороводники, спускайтесь. Раз. Привет. С праздником вас. И вас тоже. Все. Друзья хороводники, подойдите, пожалуйста, в центр поляны. Это вы его весь растопили? Нет. Он должен... Замерзло? Где она? Как масло. Потому что киргизский. Да я эти тоже, как масло. Ты заметила? Во рту как масло, не свезешь. Я только поела, я. Вкусовые у меня. Здравствуйте. Здравствуйте! Вы откуда к нам приехали? Односельчане. Хорошо, вот такие у нас с Окунева. Вон вы откуда! А вы откуда? Оттуда же. Такие у нас в Окунево ремесленники. Да? Хорошие вас ремесленники. Да. Не жалуемся. Она пахнет. Ну, вот с этим, конечно, мне как-то нравится, но сама березочка там больше лучше нравится. Как-то так. Лучше. Там и деревья смотрю. Так. А это медь? Да, медь. Ну, вообще, я думаю, там кто-то Вот так, 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 вот
все вкусно. И йога, и процедура юридическая. Печенье. У меня есть муж, у меня есть дом, квартира, машина, значит, и занимается как бы, вот этими да. практиками. И типа, знаете, вот, ну, как бы, считается, как ну, какая-то из практик таких духовных, что вот ты типа что-то себе желаешь, но желаешь это так, что как будто бы это у тебя все уже есть.